Приветствую всех на канале bestracer.ru. Сейчас будет тестовая гонка на педалях SS3. Это модификация для педали Logitech Surfly 19 с таким девайсом, которым можно регулировать нагрузку прямо во время гонки. И гонка будет до первого вылета, там какая-то ситуация, пока я буду ехать. Потом я их покажу, как они собираются. Легкая установка. Газ. Брейк. Газ у меня слот с газовым дентером здесь. Брейк. Слот с датчиком. Клатч с имитацией сцепления. Автомобиль McLaren M23. Часов Микки Лауда и Джеймса Ханта. Это вот номер Джеймса Ханта 11. Здесь идет сцепление. Так что вперед в гонку. Мои настройки помощников и 100% агрессия, АИ умение и дамаг 100%. Так что любой конфликт будет мне зачтен в минус. Неплохо так стартанул. Правда, есть страх быстро разгоняться. Вот там сзади завал. После дождевой гонки на Трастмастере я ехал. Посмотрите видео. Прикольная длинная гонка на выживание. Много потерь позиции там были, а потом я их потихоньку отвоевал. Ну, сейчас посмотрим, как мы здесь вдвоем только остались из всего пелетона. Остальные там разложились, видать, где-то. Главное, теперь самому не разложиться, проехать более-менее нормально. Сильно стараться не буду. Буду ехать ради удовольствия. Борьба колесо в колесо, side by side, но все прошло и продолжается еще. Блин. Думал, что все прошло, но нет, как бы расцепиться так. Вот все-таки продумался. Вот так здесь открытые колеса очень небезопасно касаться колеса соседнего автомобиля, можно уйти. А вот и перетон подтянулся. Боролись, они такие. Интереснее будет гонка. Контролировать, да, балансировать между скоростью и сцеплением с трассой, как это. Режим не такой большой. Автомобиль у меня по умолчанию настроен. Топливо тоже. Сколько было, столько. На 5 литров кое, на 5 кругов рассчитано. 85 90 литров я стартовал. Не знаю, как боты стартуют, скорее всего, у них меньше. А топливо, потому что на прямой они меня догоняют. Сейчас проеду куда смогу, или финиширую, или разбью автомобиль, и разберу. Далее покажу, как собирается, как устанавливается модификация педали Logitech.
эти педали Logitech-чивские ходили подключены Thrustmaster. Вот. К этой базе. А, на этих педалях я только что поехал гонку по Нюрнбергу на Шляйф на болиде McLaren M23. И сейчас покажу, как же их собирать. У нас Logitech-овские педали. Снимаем все крепления, которые у нас были, пружины и красные, и черные бамперы наши. Давайте начнем с газа. На газ устанавливается ваш родной бочонок и вкручивается верхнее крепление желтенького цвета. Выставляете или же сюда вниз вкручивается, или же можно регулировать нагрузку вверх-вниз. Это для регулировки газа, то есть нижнее крепление самое быстрое, отскок педали газа будет и самое легкое нажатие. Чем выше, тем чуть-чуть замедленнее будет имитация дожигания топлива педали, и педаль будет более жесткое нажатие надо будет ее сделать. Берем нижнее крепление наше, вкручиваем, сюда берем наш газовый демпфер, здесь на 80 ньютонов, он более жесткий, ну стандартная нагрузка идет 60 и вот так вот до щелчка мы вставляем. Вот у нас педаль становится вот такой вот. Очень хорошо имитирует и легко контролировать газ. Ну, в гонке мы видели, как это все работает. Чтобы снять наш газовый демпфер, чтобы переставить дальше регулировку, нам надо вытащить хвостик наш и вытащить. И теперь можно выше поднимать или ниже опускать наш демпфер для регулировки. Вставляем хвостик назад и также все вставляется внутрь. Наш лоуцел-датчик для педали тормоза. Последовательность сборки очень важна. Берем нижний болт, который отсюда выкрутил. Оставляется он включенным. Наживляем наш болт, просто закрутили, чтобы он вот так вот держался. Берем ваш штырь, который стандартный и держал ваши бамперы пластиковые, и вставляем шток сюда. Далее надо закрутить шестигранником, четверкой наш болт. Подтянули. Отлично. Дальше берем вот наш
сетап такой, он может отличаться. Вот этот бампер, он регулируемый, можно подкручивать его, откручивать. Сначала выкручиваем полностью до верха, вставляем в нижнее крепление и вставляем сюда. Дальше, если у нас есть люфт, мы его подкручиваем. Нужен он вам, вы отслабляете. То есть делаете так, как вам надо. Все, датчик собран. Осталось его подсоединить. Подсоединение идет простое. Это датчик RFID-19. Здесь вам надо просто соединить контакты по цветам. Красный к красной клемме. Черный к черной клемме. Четыре клеммы. Фиксируете их. Сила здесь не нужна. И у нас есть такие вот контакты. Снимаете с потенциометра эти контакты. Потенциометр здесь не мешает. Можете его не убирать. И соединяете. Если вы соединяете для руля, базы руля Logitech, то по контактам идет по цветам красный к красному, черный к черному. Если же вы соединяете и будете играть на компьютере через переходник USB или же на руле Trustmaster, вам эти контакты надо изменить. Красный к черному, белый к белому и также черный к красному. То есть вот так и идет подключение к компьютеру или же к Trustmaster, к базе руля. Дальше вы регулируете нагрузку уже во время движения при помощи RFID-19, подкручивая и фиксируя нагрузку, какая вам нужна. Болты сюда ставите и все. У меня стоит стойка с педал-стендом. Также это все становится в кожухе и накрывается кожухом. Ничего не вылазит, вам просто не видно будет. Просто будут педали и регулятор будет выходить сюда. Так что, не разбирая педали, можете подкрутить нагрузку, которая вам нужна будет. Вот такая простая установка. Пишите, если что-то не ясно, я вам помогу. Всего доброго.